Привет всем! В аптеке я купила вот такой вот газированный напиток от Боржоми, насыщенный ароматами вишни и граната, здесь написано. Сильно газированный, без сахара, тут написано, пейте. И мне не понравился вкус, на вкус только что попробовала. Вкус оказался горьким и непонятным, почти безвкусным. Я ожидала большего. Я думала, что этот напиток будет красным каким-то цветом, потому что здесь нарисована вишня и гранат. Оказалось, это просто вода, в которую добавили ароматизаторы граната и вишни. И никаких вкусов граната и вишни тут нету. Посмотрите, вот такие вот пузырьки. Вот такие вот пузырьки и сама какая-то белая прозрачная вода. Оказывается, напиток Боржоми делается в Грузии. Я раньше этого не знала. Оказывается, этот напиток делается в Грузии. Там есть какой-то родник Боржоми.